привет, Петя. Тут солнечная Италия на проводе, дождливая Италия на проводе. Сегодня целый день дождик. То моросит, то гремит. Мы находимся в таком месте, где очень редко прям такие, прям, чтобы прям гроза и молния была. Там или снег выпадал, да? Ой, немножко сбавить обороты. Короче, куда я бегу? У меня сегодня такой был день тяжелый. Я сегодня так реально тяжело отработала. Никак физически я не устаю, а морально. Боже, какой тяжелый человек, какая женщина тяжелая. Хорошая женщина, все. Тяжелая, ужас просто. Когда за счет меня самоутверждается, я очень сильно это замечаю. Не от данной ситуации, а вообще в общем. Люди, которые находятся в моем окружении, или я в их окружении нахожусь, я знаю, кто за счет меня самоутверждается. Мне это не приносит какой-то дискомфорт. А наоборот, мне даже потешно. Куда я бегу? Куда я бегу в такую погоду? Блин, угадайте с трех раз, остановите видео. У меня аж голова кружится. Короче, я это самое... Пришла домой после тяжелого дня морального, скажем так. Сделала себе капучино. Прям вот захотелось, знаете, что-то горячего. У меня тортик еще был, еще когда я покупала давно. Ну, давно когда, помните, я там сладости покупала. Тортик на нычке был, дождик моросит, но я без этого самого, без зонта. Сделала капучино, позвонила там знакомым подружкам, поговорила в расслабленном состоянии. Думаю, ну все, сейчас постелю матрасы, потому что я в течение дня матрасы поднимаю, они у меня стоят. Матрасы, на которых я сплю, стоят у стенки. Думаю, я сегодня полы помыла еще в 7 утра, там, ну, в 8, да? Ну, сейчас брошу матрасы в такую погоду, как завалюсь. Девочки, подхожу к окошку. Саша мне говорит, у Саши завтра день рождения. Она говорит, мам, что мы на день рождения будем делать? Я говорю, что ты хочешь? Она говорит, ну, приедет, я иду в школу. Потом, говорит, придет, ну, в школу, в лицей, девчонки, я все время путаю, меня потом поправляют. Вот, в лицей, после лицея меня встретит мой друг, типа, и потом... Мы приедем, типа, мы пойдем куда-нибудь перекусим там пиццу, там еще что-то. Ну, короче, говорит, пойдем там в баре посидим, в кафешках. У них так не называют кафешки, они говорят, бары, в баре посидим. Боже мой, не говорите, что у меня нет у меня. У меня нет маски. Меня в магазин не пустят. Никогда не общайтесь с людьми, которые вас выводят вашу голову из себя. Такие дни лучше лежать, отдыхать, ни с кем не встречаться, ни с кем не разобрать, маску забыла. Сейчас придется или в аптеку идти, или прикрыться вот так. Мне, в принципе, на 2 минуты забежать. В общем, подхожу я к окошку, говорю, Саша, говорит, ну что ты, дам тебе 20-ку, говорю, что тебе 20-ки не хватит посидеть в пиццерии. Она, да, да, хватит. Я говорю, ну и все. А я ей заказала там, ну, шарики воздушные, мне должны сегодня привезти. Я их потом к соседке отнесу, спрячу. А завтра утром, ну, как я всегда делаю, завтра утром комнату поставлю перед тем, как она, ну, проснется. Сказала, надувайте, как хотите, потому что такая погода, идти выбирать, заказывать. Я говорю, делайте там ее цифру, сверху там сердечко и какие-то разноцветные шарики, ну, по кругу. И такая, говорю, полезла в кошелек, нету моей карточки кредитной. Я говорю, Сашка, у меня карточки нет. Говорю, иди посмотри в сумке. Она начинает смотреть, говорит, мама, у тебя, говорит, эту неделю, говорит, ты вообще как не своя. Тебя, говорит, как подменили. Говорит, ты, наверное, очень сильно устала. Я говорю, я устала не физически, я морально не отдыхаю. Прям, ну, стрессовый этот сентябрь какой-то, вот, последняя неделя стрессовая была. Я говорю, так, где я последний раз, я расплачивалась. Я сняла деньги, чтобы Софии, бля, я бледная встала, чтобы Софии отдать. Так, а где мне идти лучше? Здесь можно. Я сняла деньги, чтобы дать Софии. Зашла в магазин и купила кошачью еду. Все. Я потом пришла домой. Деньги я никуда не девала. И, короче, я говорю, слушай, я говорю, у меня карточка на кассе не проходила. Почему-то, ну, не проходила с первого раза. Я говорю, мы перепробовали второй раз. И когда карточка прошла, я, видно, он мне еще сдачу дал неправильно. На 1 евро меньше. Я, видно, карточку там оставила всунутую. И он мне дал сдачу, а я стою, я считаю, думаю, я ему даю 2 рубля, он мне говорит, у вас есть еще 10 копеек, чтобы было рубль 10, а не
чтобы он не давал меньше. А я говорю, да, у меня есть. В городе никого нет. Я говорю, да, у меня есть. И когда я говорю, да, у меня есть, я даю ему 10 копеек, а мне типа все, до свидания. Пацан молодой. А я говорю, вы мне рубль должны. А он такой, да, точно. Вот, я прошу извинения, ну, типа, прошу прощения. И дает мне рубль, и все, я пошла. Не как от мира сего вообще. Меня просто все задолбали. Мне надо телефон просто отключить, потому что мне звонят. Постоянно меня в стресс вводят. Я не могу морально отдохнуть. И все, я такая, говорю, подожди, говорю, все. Какую полежать, я говорю. Я пойду в магазин, спрошу. Если карточку я у них не оставляла, придется блокировать эту карточку. Писать заявление в полицию. И по новой идти делать карточку. Но я больше нигде не расплачивалась. Вот что значит общаться с вампирами. Девочки, это не я рассеянная. Это вот люди, когда вы общаетесь, бывает у вас такое окружение, что вы не можете не общаться. И вам приходится. И вот вы общаетесь, а в итоге выходите как это не с мира сего. Я без маски. Вот как он меня сейчас пустит? Маску только выложила, так я ее никогда не выкладывала. Это Саша искала карточку в сумке, видно, маску мне выложила. Сейчас я прикрою рот. Buonasera. Mi scusi, ieri ho dimenticato la carta di credito qua. Già, la posta pay. Oh, mamma mia, grazie mille. Guarda, pensavo, ma dove cavolo sparita? Perché non ce l'ho mascherina, sì. Sì, la mia posta pay. Ti posso dare la fotografia del mio codice? Marina Vladimirovna. Говорит, да, есть. Говорит, есть. Говорит, мне нужно, говорит, чтобы вашу карточку провести. Я говорю, не надо ее проводить, я вам дам мой номер. У меня, говорит, сфотографировано в кошельке, этот, в телефоне. Сфотографировал номер карточки. Ну, карточка моя. Я говорю, вы проверите. Кстати, не одна моя карточка, там еще одна лежит. Боже мой. Капучино выпила, тортик съела. Думаю, боже, все. Еще разговаривали с Еленой Павловной, говорю, Лена, с каким я сегодня тяжелым человеком работала, говорю, как она меня достала, говорю, это просто, говорю, мне такое ощущение было, что не потому, что я там что-то плохо говорила, мое дело вообще не говорить, а работать. Меня сегодня бабка достала, такая тяжелая. Здесь говорят букву О, я говорю, да я знаю, что говорят букву О, главное, я пошла там дело. Нет, ну подожди, буква О, потому что, проверишь на слово, я говорю, господи, женщина, не это самое. Не учите меня жить. Помогите мне материально. Девчонки, все, день начался не зря. Уже, я уже прям думать стала, как шок. У меня, знаете, кто в доме всрался? Невестка. Я уже думала на Софию. Боже, бедная София. Как что-то так на Софию. Я говорю, София, ты сегодня в школу ходила? Нет. Говорит, дождь такой, ливень, говорит, был. Я говорю, ну так можно было мне нервы не трепать вчера с деньгами, а сегодня деньги взять. Короче, девочки, блин. Еще без маски. Говорит, если хотите зайти в магазин, нужна маска. Я говорю, да не, ну я так вот прикрыла. Боже, будем надеяться, что сегодня ночью тоже будет дождь. Гром и молния, обожаю дождь. Завтра уже буду голову мыть. Сегодня сил нет. Я там еще кое-что Клеопатре притащила от бабки. Сейчас Клеопатру позову. Боже, карточка. Это я все, это я потерянная. У вас такого не бывает? У вас такого не бывает, что вот просто вы с кем-то пообщались и у вас человек из колеи выбивает. Вы потом не можете сосредоточиться. На улице, кстати, не жарко. Вот все в курточках. Вот я кофту накинула, но на... Может, я быстро хожу. Но на улице не холодно, вернее. Не знаю, что они в курточках. Хорошо, проезжаем. Не с пустыми бутылками. Верите в примету? Не переходить дорогу, пока ведра... Что-то с телефоном у меня. Ой. Саша говорит, мама, если бы карточка была у них, они бы тебе позвонили. Я говорю, здрасте, куда они позвонят? Вот это он мне вчера. Рубль не другой, другой был парень. На кассе, я имею в виду, рубль не додал. Я что-то так в ступоре встала. Со всеми
ну, не то, что неприятностями, а тогда со всеми мыслями, понимаете. Я же вам говорю, мы делили апельсин, много нас, а он один. Я же постоянно это все фильтрую, понимаете, через себя пропускаю вот эти вот эмоции. И все, я вчера уже, ну, когда еще деньги не заплатили, я вчера уже в таком ступоре была. Кто-то написал, учи итальянский, чтобы договориться, чтобы деньги... Причем вы этот итальянский суете, знаете, и в Красную Армию, и туда. Промолчу. Боже. О, боги. Мне так нравится, когда там что-то говоришь, видео. Там, ну, там деньги вот не заплатили. И кто-то пишет, брешет. Она брешет, в бан пошли. Все в бан. Не хотите Крупской, значит, в бан. Потому что надоело вот это. Брешет, не брешет. А ты что? А ты это? А ну-ка, расскажи нам это. Да кто вы такие вообще, чтобы что-то рассказывать? Правильно, тоже не хотела на эту тему говорить. Правильно, Самвел видео выпустил. Всех нафиг обосрал, нафиг послал. Тот, кто принял на свой счет, это уже проблема этих женщин. Он обращался к конкретным женщинам. И вот я этими же словами мне хочется сказать, да что-то вот как-то, знаете, вот пофигизм, а не настолько внутри меня. А как бы хотелось, я точно так же умею крыть. Хотелось бы точно так же покрыть бы на некоторых... Кто берет нас в расчет ваши проблемы? Так. Блин, девчонки, прибежала. Никакого покоя. Сейчас Клеопатре позвоню, мне надо ей отдать. Мне сегодня женщина это отдала матрас, который с подогревом. Знаете, типа вы включаете в розетку на улице, как парик. Включаете в розетку, да, сверху ложите просто, не как бы этот матрас разогревается, вы ложитесь в теплую постель. Ну, потом, типа, там, выключаете, когда уже там разогрелись. И точно так же, ну, многие, наверное, знают. Вон, там уже 20 лет эти матрасы продают. И она мне подарила. Ну, типа, хочешь, забираем, ну, не нужен. А он мне тоже не нужен. Зачем мне там от кого-то какой-то матрас, там, его пропукали, прописали. Кстати, видите, отработала, полопалась. Думаю, ну, отдам ей, ей же ж надо все. Саш, ты машинку не разобрала? Она, наверное, спит. Шенди, Чича. Чем она коза per te, Белла? Не кричи, я индиректа. Завтра твой день рождения, что тебе что, не интересно? Интересно. Смотрите, это вот такой вот матрас. Не, он не воняет. Видите? Вот такой вот матрас. К нему подзарядка. Типа выставляете температуру. Видите? Ложится на кровать. Сюда втыкается. Ну, это для кого не знает, кто не знает, потому что эти такие подогревные матрасы уже еще со времен, когда София не было, уже они были. А может, еще и раньше. А нет, здесь нету таких, знаете, треугольников, чтобы они держали. Ложите, наверное, я так понимаю, вот этой стороной, наверное, теплой, а не вот это, наверное, на матрас. Нигде не прописано, ничего, нормальный, хороший. Вот с двух сторон, видите, с одной подключается, а почему только один провод? Нет, два провода, два переходника. Один вот сюда втыкается. Не знаю. Один вот сюда основной втыкается. Все, я завтра должна отдыхать. Вы что, у меня вообще мозги в плесени покрылись. А этот вот сюда. Нет. А этот в розетку. Сейчас мы посмотрим, если работает. Сейчас как током долбанет. Короче. Берем. Так. Здесь вот такой пульсант. И чё? Очков нет.
Сейчас она придет, скажет, что он греет. Сейчас посмотрим. Сегодня голову, у меня сегодня капучино напилась. Так хотела дома остаться. Думаю, блин, сейчас дома. Какой там дома? Побежала, ну хоть карточку нашла. Мне подружка говорит, боже, Иванова, расслабься, все, уже нашла. Так. Не, ну так нашла, но дело в том, что это насколько надо, это вообще, девчонки, это не потому, что я рассеяна, я вам честно говорю, это вот на меня все свалилось в этом в этот сентябрь. У меня сентябрь этот очень тяжелый. Прям такой тяжелый, что нежданно, негаданно. Прям вообще, я вам честно говорю, я не успела, я думала, ну все, потом выдохну, потом, ага. Чем дальше в лес, тем больше дров. Вообще говорят, что этот по городку говорят, что этот месяц вообще дебильный. Клеопатра. Вот это вот эти лопатата, кинди. Ладно. Перуном цокуми функциона. Квеста матрацу. Салюта витуте. Come sei bella, diciamo, che bella, sei bella. Bella ti sta. Leo, ma come funziona? Riscalda il letto. Ciao, come? Ero amore, come siete? Volevo far vedere a loro che funziona. Come? Ma questo è per te? Per te, ce l'ha portata a te. Da! L'ha parata da... Dai. Grazie, che con le tue voci. L'ha parata, aspetta. Con le tue voci. Ho preso niente. Ascolta, l'ha parata da una signora, lei voleva buttare. Ha detto, non buttatevi. Però guarda, qui la cesa, magari non va questa, aspetta. No, 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 va. C'è vino, sto bevendo vino ora. No, non c'è vino. Come butta mia vino in magazzino, non è che vino. Sono triste, voglio, giornata così, sono triste. Guarda, non si riscalda, magari qui devi attaccare. Ma manca uno. Questa che data? Manca un pezzo. C'è più nulla, magari loro usano la una parte. Ho bevuto un po' di vino, sono... Guarda un po'. Ah, mi sono iscritta a YouTube per la cucina. Bravo. Sì, sì. Ascolta, magari cambiamo. No, questa è la mia... No, non ti preoccupare, la faccio funzionare. Aspetta, metti un po'... No, volevo fare... Metti un po' qua. No, no, questa lì. Come sei profumosa? Ma che profumosa, che era bagnata. Che profumo? No, era la me. Ah, la crema, può pachni tanto. No, era la crema antibiotica per il viso. Ma non penso che è rotta, se no lei non teneva così bene. No, io non dico che è un po' l'uomo, dici? Non è rotta, è che manca... No, mi sono data l'antibiotico, sai? E ora qua ti devi accendere, qui ci devi... Questo è già vedi due, che questo è un po' troppo, questo è uno. Sì, ma fai due per vedere se funziona, no? Aspetta. Sì, ma poi lo fa, questo lo fa piano piano, non è che lo fa subito, Marina, Che la porta dice che Gabriele meglio la idiota, faccio fuori con la grezza. Ma padre voleva vedere se è sì o no. No, deve andare forse. Guarda un po', qualcosa qui si, sì. La patria mi dice, vedi la stama grietta, lì è un po' meglio, Sì, comincia, senti, un po' così, senti, io la domando lei se lei ce l'ha un altro, però se è data così vuol dire che non ce l'ha l'altro. Perché questa mi sa che questo quando lo cambia di là o quando lo cambia di qua, capito? Non ha... No, no, comincia, senti. Però ci vuole un bel... Senti. Ah, da. Comincia. Guarda un po' se c'è un forno, quella, un frigorifero. La domando, non ce l'aveva... No, perché la sua mamma è morta e allora lei era in casa della mamma. No, non buttala niente. Люди, ничего не выкидывают. Я ей говорю, выкидывай. Ha detto a questa signora, buttala tutto, cavolo, tutta roba unta, sai? Ero ma se la lavo, che mi frega? Se un secolo per prezzepiava, se no, non butto niente. No. Vedi che comincia poco? Sì, pascià. Poco, perché questo ci vuole un po' di tempo per fare. Va bene, va. Senti qua, amore mio. Aspetta, poi ti voleva dare un'altra cosa. Buongiorno. Ciao, tesoro. Oh, sì, certo! Vabbè.
Vedi, questo qua volevo dire. Vedi, vedi. No, non, non questo, ho perché capito. Devo cambiare pentola, vedi, quello quasi. Normale. Dammi che io sono abituata a fare l'albergo lì. Questa ci devo dare, questi qua. Oh, che belli! Per la cucina. Oh, ma io sto facendo piano piano, Marina. Sì, smosso questo per levare la sciababrizza, non c'è piacere. Poi ti faccio vedere come è venuto bellino. И потом вот эти вот такие вот квадры для кухни. Это чера. И вот такая вот картинка. И такая, это на моей старой, старой кухне, на моей веселой. А, ты рада про тут. Senti, fai vedere come hai fatto, qualcosa? Manca poco. Ti faccio vedere domani. Non ho fatto niente proprio. Non ho messo neanche le bottiglie, niente, bottiglie sopra. Qualche cosina, però pulito, bellino, domani ti faccio vedere. Domani mio. Perché c'ho dolore qui, sono a letto. Domani guardiamo, c'è Alexandra, la maglia presa, prendo il nero. No, no, a me mi ha fatto male. Va bene, poi ora fammi sapere se ti funziona. Poi quando vedi, può sapere. Poi è umido, eh. Va bene, ma mi fa piacere se ti piace. Poi sì. Certo, l'iso. Io cucino, perché io cucino più che altro con olio di girasole. Sempre. Va bene. Oliva poco, perché mi ha comprato già mia figlia. Questi no? No, questi sono brava puta. No, no, queste se vuoi prendere prendi, queste sono foto. Questo faccio io poi, faccio foto. Sì, ti faccio un po' la foto, guarda, здесь получается. Questo lo faccio poi моя мама, моя бабушка, моя прабабушка, мой дядя, мамин брат, старший, средний. Это моя мама. Потом здесь у меня, здесь надо помыться. Здесь у меня еще, когда Слава была маленькая, танцевала. Кви, девчонки мои танцевали. Questa è bella questa foto. Sì, io devo lavare questa. No, ma questa è bella anche questa. Sì, sì, questo sono i miei genitori. Questo è visto come noi, vedi? Così. La mia nonna. Così. La mia nonna. Vado, ci vai, vado. No, ancora no. Subito. No, ma magari sì, ma devo guardare. Ma io l'ho già pagato una settimana. Sì, sì, la so, la so, la so. A me e io non lo so. Vabbè, Cleus, dai, perché allora. Perché mi è andato a comprarmi delle cose lì, quando è tornato non c'era più. Senti, andiamo, ci vediamo domani. Sì, 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 è quasi finito, finisco domani. Va bene, tranquilla, ma. No, no, è umido, questo è umido, poi ti faccio. Sì, se riscaldi poi mi fai sapere, magari ora se li metti, magari stasera, poi domani. No, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Завтра день рождения, праздник детства, и никуда, никуда от него не деться, да? Смотрите, я закрыла специально здесь, чтобы коты не ложились, потому что ложатся, и мне потом Симон с грязным брюхом прыгает, мне надо бы и сюда еще закрыть. Квиндичи. Квиндичи. 15 лет, Саша. 15. Убери ноги грязные с этого. Стакан разобьешь. И киевский 2,50 стоит. Дуйчин кванта вени, квеста бикери. Дуйчин кванта вени, бикери, ромпи. Я прийду! Мама! Саша, замани новая школа. Домани компляна, ночевай. Нет, зачем? Оставайся дома, стояка, закон компляна. Да, да. Ой, до школы. Не манка, да. Тебе не хватает друзей школьных? А? Ты машинку разделала? Да, sí. Не верю. Это не скорка, я вчера помыла ее. Я уже сделала, какая ты умничка. Yeah. Умничка. Мирись. Мирись, мирись, мирись. Больше дерись. А если будешь драться, то я буду щипаться. Ай-я, мне фай мали. Ай-я-я, мне фай мали, перо, кавала, ты чела ли мали, коме ме. Ма ты фай мали. Саша, вот так вот смотри, я могу делать, вот так вот, раз. Ай-я. Раз. Аспе. Видишь? Ай-я. Видишь, коме сей спортива, мамма мия. Ке нон чела фай нянки, а не можешь даже среагировать. Ля, о, Саечка. Не, ногами нельзя. Но лигамбе, бе, кон лигамбе нельзя. Саша, кон лигамбе. Мама, мне не супер. Смотри, вот так делай, смотри. Уна, дуй, три. Нет, только бери ноги, я покажу тебе, как мы играли. Как мы были бомбини, объема джекатом. Но, смотри. Сикяма Саечка. Ласейку заводили Саечка. Ласейку заводили Саечка. Гварда.
Guarda, aspetta, no, подожди, покажу тебе. Саечка, скажи, Саечка. Саечка, смотри, cosa vuol dire, смотри. Ma è не больно, Саша, это приятно. Non fa male, fa piacere. Смотри, смотри, рампа. Non devi fare così, non devi fare. Guarda, una, due, tre. Саечка, una, due, tre. Саечка, 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 Саечка. Così devi fare, così, Саечка. Саечка. Та-та-та, Саечка. Та-та-та-та, Саечка. Una, due, tre, quattro, Саечка. Una, due, tre, una, due, tre, una, due, tre. А так нельзя, что ты наклоняешься. Una, due, tre, una, due, tre, Саечка. Все, Саша, я пошла. Вот, подключаемся. Так, ну что, девочки, поиграли в Саечку. Клеопатра хотела эти самые... О, боже, Клеопатра. Dimmi tutto. Блин, если мне видео закончу или нет? Или как? Так, ну-ка, бриз. Натоптали тут. Всякие ходят тут разные. Sta a posto? Assonnato. Va bene, grazie. Ciao, 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 ciao. Что? Кушать хочешь? А что ты хочешь? Там твоя пицца лежит. Бастеро, бастеро, бастеро. О. Не хилла, тут сам думай. Не хилла, тут сам думай.